Здравствуйте. Вы там, наверное, на диванах испереживались, где же видео про парсуны? Куда вы пропали? Ну, собственно, пропали, потому что продавать нечего. А было у нас видео в феврале, когда мы искренне по-доброму вам сказали, что, ребята, все летит в тартарары, моторы заканчиваются, цены улетают в космос. Ну, вы, как обычно, закидали говном, типа вы тут ажиотаж создаете, никакого ай-яй-яй нету, все классно, живем, протираем розовые очки и живем дальше. Ну, собственно, если мы перед Новым годом и в начале года продавали парсуны там чуть меньше 100 тысяч, то на сегодняшний день он уже 120 с гаком, Таяма 127, по-моему, их нету. А благополучно к марту моторы закончились. После как раз нашего видео их разобрали вы. И их стало достаточно мало. Стали поступать они туго, курс пополз, цены поползли. Поэтому ничего мы тут не привинчиваем, ажиотаж не создаем. Поэтому торговать было нечем. Девятки, парсун, обычные вот эти 9-9, 15, они у нас закончились. А, соответственно, поехали на безрыбье уже с USB. Версия, потому что обычных просто-напросто не было. Соответственно, про USB мы тоже снимать не стали, потому что все, что мы успели привезти, вы разобрали еще в коробках, пока оно ехало. Поэтому этих моторов нет тоже. Отличается, кстати, ценник, он от обычного отличался буквально капельку, там, по-моему, 2000, что ли, разница. Но допом шел вот этот блок прикуривателя. Выглядит, конечно, он так, мягко скажем, необычно. Соответственно, здесь обычный прикуриватель, классический, и прикуриватель USB. Стоит выпрямитель, здесь стоит у нас предохранитель, все стоит, и, соответственно, подключаем нагрузку. Если честно, мы, естественно, нагрузку померили, ну не нагрузку, а напряжение, которое он выдает. По напряжению все в принципе в норме, и даже на оборотах и перегазовках там ничего не прыгает. Но, если честно, мне было бы боязно туда что-то пихать вот так напрямую без буфера в виде аккумулятора. Вот не уговорите меня. Разве что воспользоваться USB прикуривателем, когда все у вас, вы там без связи, вам надо сообщить, что вы живы, чтобы вам МЧС не вызывали. Но деваться некуда, завели, он там тарахтит на холостых, воткнули телефон, подзарядили. Более того, розетка USB, она же 5-вольтовая, поэтому если там что-то жахнет, то сгорит скорее она, чем те потребители, которые к ним подключены. Поэтому я думаю, что в крайнем случае воспользоваться можно. Скажем так, пусть будет, нежели не будет ничего. Ну, при желании можно через прикуриватель воткнуть розетку и на клеммы на аккумулятор кинуть, подзарядить аккумулятор, как раз будет буфер у вас. Плюс он шел у нас со счетчиком моточасов штатно, и даже были отверстия в румпеле с резьбой, куда он прикручивается. То есть такая, вот эта штука интересная. На предпродажке сразу мы проверяем, ставим, все работает, все классно. Ну и винт у него идет с завода 11, а не 8, как первая партия шла парсунов, когда они заходили массово с 8 винтом, он уже с 11. Соответственно, эти уже закончились, сейчас подтянулись обычные парсуны уже без USB, но с 11 винтом. Соответственно, поэтому видео не было, продавать особо было нечего, только сейчас вот стали появляться парсуны, и ценник уже новый 120 с копейками. Поэтому и что-то перспективы на снижение нет. И вы любите задавать вопросы, а как это, какой винт, ну, соответственно, винт 11. А если там термостат, вот специально для вас, вот он, крышечку сняли, проверить, вот термостат, он у нас работает. Температура на нем указана 50 градусов. То есть это штатный китайский термостат, который как бы здесь стоит. Так что все хорошо, все работает, все есть. Так что продолжаем топить за китайцев, пока китайцы более-менее радуют, каких-то глобальных косяков нет, по мелочи, да, всплывают,
либо на предпродажке, либо там на первом ТО устраняются. Из самого серьезного, из того, что было, у человека пропала искра, катушка сжигания под маховиком вышла из строя. Соответственно, он не захотел по гарантии бесплатно ставить такую же. Мы ему заменили на ямаховскую. То есть катушку он оплатил ямаховскую, она золотая, правда, там космические это деньги, больше 8 тысяч, если память не изменяет, только вот эта катушечка под маховиком. Соответственно, работа бесплатная, катушку ему поставили. И, собственно, при этом объеме один мотор, это очень хорошая статистика, я бы так это назвал. Понятно, что мелочи какие-то вылезают постоянно, но криминального нет, и за эти деньги вариантов у нас, опять же, на сегодняшний день нет. Так что, всем пока!